Напомню, накануне Анатолий Пахомов вместе с представителями совета ТОС за вокзальной осмотрели санитарное состояние улиц, пешеходных зон и дворовых территорий. В целом, как отмечают многие жители, микрорайон благодаря подготовке к Олимпийским играм изменился. Правда, недочеты еще остались. К примеру, местные жители обратили внимание главы города на состояние пешеходной зоны около дома номер 4 по улице Трунова. Сегодня по поручению главы города Сочи администрация районов, администрация города занимается именно теми мелкими, малыми делами, которые на сегодняшний момент остались в районах, да, не закрытые, да, которых не коснулась реконструкция и капитальный ремонт в рамках программ, которые существовали в городе Сочи. И сегодня вот мы основной акцент делаем на это, то есть работаем именно по заявлениям граждан. Глава города планирует в ближайшее время осмотреть состояние всех микрорайонов Сочи. Также пройдут встречи с представителями советов ТОС. Именно эти общественные структуры считают в администрации города и должны по-хозяйски следить за порядком на своей территории.